Всем привет! Рубрика по выживанию. Мой старый излюбленный маршрут. Ивантеевка, город Фрязино. Вот смотрите, какой пейзаж, все очень прекрасно. Вот он я, весь в снегу. Почти под самые. Вот идем, пробираемся. Видимо, тут один смелый человек тоже проходил. Встретил, в общем, сопутствующего странника. Точнее, не сопутствующего, а идущего ко мне навстречу. Ну, так сказать, километр назад. Спрашиваю: мужчина, дорога дальше есть? А он говорит: есть. А ты, говорит, куда идешь? Во Фрязино. И что-то мне вот как раз не понравилось в его взгляде, потому что, походу, он шел откуда-то, сука, из деревни. Вот. И, сука, чтобы что-нибудь мне сказать, что дальше я не знаю. Есть дорога. Иди. О, как интрига. Смотрите, вот как раз на ваших глазах, без купюр, дорога заканчивается. А, блядь. Ведет куда-то туда, там рельсы. Ну что, посмотрим? Конечно, посмотрим. Назад возвращат. Кстати, Фрязино где-то там. Ну-ка, град. Ёб твою мать. Ох, шаги метровые надо делать. Уж какой-то тут Гулливер шел передо мной. Шаги реально метровые. Может, это Йети какой-нибудь, блядь. Фу. Так. Походу, чувак тут просто устал идти и пошел по рельсам, да? Фу. Ну, я думаю, пойду тоже. Попробую. Фу. А что сзади поезд меня не догнал. Да, вот Фрязино. Надеюсь, я буду жив. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.